Друзья, всем привет, это Афиша на ТВ. Сегодня рассказываю, куда сходить со всей семьей в праздник Белого месяца. С вами Кирилл Мешков, поехали! Начнем со спорта. Лыжня России пройдет в Бурятии с недельным опозданием. 10 февраля вся страна встанет на лыжи, а мы встречаем Сагалган. Поэтому палки в руки будем брать неделю спустя, 17 февраля. Участников забега ждут в лагере «Зорька». Регистрация начнется в 10 утра. Победителей ждет слава, почет и кубки от Министерства спорта. Также организаторы предусмотрели горячие напитки и выпечку. Возрастное ограничение 0+. Раз уж мы упомянули Белый месяц, Антон Симонов сегодня уже рассказывал об этнографическом музее, но у нас припасены 4 билета, которые мы подарим зрителям. Старт розыгрыша в пятницу, следите за нашими соцсетями, и, может быть, в этом году Сагалган вы отметитесь с семьей в этнографическом. Давайте притворимся гадалками и посмотрим в будущее. Вижу, вас ждет большой праздник. И кажется, даже знаю какой. Билеты на самый крупный опен-эйр всего Зауралья уже в продаже. В этом году «Голос кочевников» будет 12 и 13 июля. Сейчас цена билета от 1000 рублей, и с приближением лета она будет расти. Успевайте, пока все не разобрали. Билеты можно купить по QR-коду на экране. Возрастное ограничение 6+. Для любителей народной музыки у нас тоже есть подарок. 2 билета на концерт русского оркестра в ЗГИК Забайкалье. Вас ждет яркая игра дуэта на балалайках. Концерт пройдет в КТЦ «Феникс» сначала в 18:30. Возрастное ограничение 6+. Плавно переходим к самому волшебному событию. Через неделю нас ждет крупный фестиваль снежных открыток на Байкале. Третий год подряд парк-отель «Камуткан» приглашает гостей со всех регионов, чтобы нарисовать на льду Байкала картинки в память о дедушке Валере, глухом дворнике из Амурской области. История о том, как он рисовал во дворе снегом, тронула сердца тысяч людей. И сейчас это превратилось в ежегодную добрую традицию. 17 февраля, село Максимиха, парк-отель «Камуткан». Мы со съемочной группой тоже там будем. Возрастное ограничение 6+. Ну вот и все, друзья. Смотрите АТВ, выигрывайте билеты и кайфуйте вместе с нами. Это была Афиша на АТВ. Кирилл Мешков. Увидимся в эфире.